Всем зрителям, подписчикам привет. Сегодня будем строить теплицу Уральская VIP 3х6 на брусе, брус на бетоне. Пока приехали, располагаемся и приступаем к работе. Замок. Каркас теплицы мы поставили, закрепили к основанию. Основание выставили по уровню, закрепили к бетону. Все готово, чтобы крыть теплицу поликом, чем сейчас мы и займемся. Вот сейчас как раз готовятся листы. Вырезается подфорточный блок и будем чистить пленку. Закончился у нас монтаж. Напоминаю, строили сегодня теплицу Уральская VIP 3х6. Почему VIP? Потому что арки у нас из трубы 20х40, то есть усиленные. Помимо того, что они 20х40, они еще и в виде фермы. Нижняя арка 20х20 труба, верхняя 20х40. Скручивают с помощью болтов сверху. Покрашено все примерно порошковым способом, цвет шоколад. Стоит у нас она на брусе, брус на бетоне. Бетонное основание немножко не по уровню, пришлось выравнивать. Вот такая вот получилась щель. Чтобы это все не рухнуло, снаружи закрепили с помощью уголков. Дверь цельная, раз уж сюда пришли. Дверь цельная. Торцевой резиновый уплотнитель. Реклама. Реклама. Поликарбонат 4 мм. 0,7 плотность. Все торцы защищены торцевым профилем. Также у нас в теплице имеется система подвязки. Три нитки. Будет три грядки узеньких, поэтому три нитки. И форточный блок на термоприводах. Термоприводы на зиму деактивированы, то есть отключены. Также диагональный усилитель. Брус, как я уже сказал, 100х100, пропитан антисептиком. За счет каплевидной формы с теплицы будет скатываться снег. Лежать на ней совсем не будет. То есть в этом плане теплица очень прочная и надежная. Такая мега капля. Высота в коньке практически 2,5 метра. А у нас на этом все. Ставьте палец вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока!